Массовая безработица и низкий уровень доходов называют основными причинами эмиграции из Армении. Оттоку населения способствовала и ощутимая инфляция. В основном армяне переезжают на постоянное жительство в Россию. В прошлом году гражданство Российской Федерации приняли свыше 45 тысяч выходцев из Армении. Это рекордная цифра для последних лет. Жители страны также жалуются на тяжелые последствия Второй Карабахской войны. Живем очень плохо. Как по-другому? Ведь работы нет. Посмотрите, в нашем магазине нет клиентов, ничего не можем продать, прибыли никакой, с каждым днем все хуже и хуже. Жители Армении отмечают, что верили обещаниям руководства страны о крупных инвестициях и иммиграции. Однако государственная система управления обернулась полным провалом. Темпы иммиграции бьют рекорды, а вместо привлечения наблюдается отток инвестиций. Многие покидают родину из-за весьма туманного будущего страны. Получаем мизерную пенсию, еле сводим концы с концами. Все очень плохо. Как можно выжить в таких условиях? Не живем, а существуем. Изменений не предвидится. Тяжело нам живется, все подорожало, а денег нет. Не можем себе позволить даже продукты первой необходимости. В некоторых семьях уже годами не едят мясо. Им просто не по карману этот продукт. Итоги 2021 года государственные структуры в Армении еще не подвели. Тем не менее, только в январе-сентябре из Армянской республики уехало 103 тысячи человек. И это с учетом пандемии коронавируса и многочисленных ограничений на выезд из страны.